Баня Мулинского военного гарнизона стала камерой пыток. 19-летний Дмитрий Бочкарев стал жертвой сержанта Али Расулова. Он истязал солдата в течение 2 недель и, как недоучившийся медик, зашивал раны портяжными нитками и делал операции маникюрными ножницами. Когда Дмитрий Бочкарев не выдержал, он спрятал его тело на территории части. Погибшего нашли, и сержант Расулов был задержан. Как выяснилось, началась эта жуткая история с проявления дедовщины, побоев. Избивал неоднократно, значит, руками, ногами, шлангами, доставлял так называемую позу, так называемую полтора, то есть согнутые в ногах колени, вытянутые руки вперед. Желая скрыть от командования воинской части факт применения к погибшему военнослужащему насилия, на продолжительное время помещал погибшего в бассейн с холодной водой. Кроме того, хирургическим путем, маникюрными ножницами, удалил хрящ носовой перегородки. Неоднократно были разрывы уха, он ему прямо зашивал с этими швейными нитками. Над человеком зачем издевались? Али? Он маньяк. Садист, он получал от этого удовольствие. Вы судейным раскаиваетесь? Суд разрешил. Нельзя. Вот результат этих избиений, вот, непрекращающихся, у него уже, он уже, они повлияли и на его психическую сферу, уже последние дни, и он, в результате этих избиений, он уже, воля его была подавлена, и он уже просто не мог, психически, психологически не мог сопротивляться. Реально он умер от того, что практически все тело было сплошной синяк, и вообще фактически он умер от заражения крови. Али Расулова обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. За это его может ждать до 15 лет лишения свободы.